Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флуфи Китти, и я продолжаю прохождение игры «Корпорация монстров» на PlayStation 1. Это мое третье видео, и если вы смотрели предыдущее видео, то знаете, что в этом видео мы с вами будем добывать серебряную и золотую медаль в локации «Город». Давайте посмотрим, о чем я вам говорю. Загружаем последнее сохранение. И в последнем видео мы с вами раздобыли все 4 бронзовые медальки вот в этой локации. Ну, скажем так, это город. Видите? В парке медаль бронзовая есть, в центре, на рынке и в порту. И у нас с вами стали активны трамплины, которые ранее были нам недоступны. Следовательно, сейчас мы сможем с вами добраться до труднодоступных мест. Давайте посмотрим, что же это за места. И начнем мы по классике с парка. Играю я за Майка. Салли тоже очень крутой, такой большой, пушистый, но мне нравится Майк, он делает крутые штуки. Он умеет кататься, как мячик. Прыгать, как мячик. А еще умеет быть балериной. Итак, идем сразу прямым ходом к трамплину. Вот так тебе. Задел меня. Вот он. Трамплин, про который вам говорила. Ой. Они стали активны. И теперь мы можем попасть с вами в места, которые ранее нам были недоступны. Тоже достаточно сложный уровень. Я тоже здесь нередко вообще просто лажаю, потому что сейчас бочки будут на нас катиться, и все это тоже... боком, непонятно как. Уф. Следить за тенью нужно. Так вот, тут тоже нужно опасаться. Так, оставим, вдруг пригодится вернуться. Нужно будет. Так, где? Бочечка. Падай. Отлично, пока идет все как надо. Я уже почти у цели. Так, 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 еще одна. Хоп. А, с самого краешку, да? Угу. Отлично. Так, еще одна будет. Помню, да, тут бочки до бесконечности будут падать. Он их швыряет. Супер. Зашли в домик на дереве. Спустись вниз и собери знаки монстра. Ты не сможешь останавливаться, но сможешь прыгать. Пошла жара, называется это. Пропустила. Будем собирать эти знаки монстров. И еще один человечек у нас здесь с вами спрятался. Так, квадратик. Дружочек. Отлично. Поднимись на подъемник вверх и попробуй все заново. Конечно, потому что мне нужно с вами собрать все знаки монстра.
Так и знала, что с первого раза не получится. Так, нужно быть внимательной. Да. Все, по-моему, да? Все остальные я собрала. Просто наслаждаемся. Поздравляем, тебе удалось собрать все знаки монстров на этом уровне, и мы награждаем себя серебряной медалью. Да, котятки. Флаффи Китти крута. Флаффи Китти добилась серебряной медали. Так, тут, по-моему, все, да? И последний остался у нас с вами человечек. Сейчас будем, по-моему, за ним мы гоняться, если не ошибаюсь. Могу ошибаться. Все-таки давно все это было. Там он сидит. Не, гоняться не пришлось. Самое главное напугать его сейчас. Так, квадратик, квадратик, квадратик. Кружок, кружок, кружок. Отлично! Поздравляем, тебе удалось напугать всех клоунов на этом уровне. Мы награждаем тебя золотой медалью. Отлично, котятки. Все медали на этом уровне заработаны. Можно выходить и продолжить. Да, я крутая. Ничего сложного, да, ведь, котятки, согласитесь? Но процесс, конечно, очень увлекательный. Переходим в следующую локацию. Это город. Центр. Все так же Майк с нами. Отлично. Можно напрямую двигаться в магазин, потому что нам с вами туда. Если не ошибаюсь, туда нам сразу, по-моему, сюда нужно, да, с вами? Мы же с вами уже здесь что-то подсобрали. Ой, что я делаю? Вообще непонятные вещи какие-то. Так, мне надо прыгать на ящики, потому что иначе я выше не смогу подняться. Да ё-моё! Опять шлепнулся. Так, идем. Так, тут у нас с вами стали активны трамплины, по-моему, если не ошибаюсь. Но не здесь, по-моему, там дальше впереди, да? Здесь вот, на крыше. Поднимемся. Так. Вот он, трамплин. Там человечек наверху, если не ошибаюсь. Да, и монетка. Пугаем человечка. Супер. Поздравляем, тебе удалось собрать все знаки монстров на этом уровне. Мы награждаем тебя серебряной медалью. Давайте сразу сохранимся.
появился последний ребеночек. Только бы сейчас спуститься отсюда. Отлично. Пойдемте его пугать. Зарабатывать золотую медаль. Бежим. А тут можно уже катиться. Буга-буга-буга-буга-буга-буга! Ну как он кривляется круто, этот Майк. Буга-буга-буга-буга-буга-буга! Класс! Отлично! Я напугала всех клонов на этом уровне, и мне дали золотую медальку. Отлично. Перезаписались. Хоп. Можно выходить и идти в следующую локацию. Порт. Порт и рынок. Там тоже все достаточно просто, котятки. Идем в порт. Доки. Так. Отлично. Так. И еще одно нужно будет. Вот здесь вот оно, в сложном месте, который я боюсь. Как я говорила вам в предыдущем видео, я очень боюсь это место. Потому что я здесь могу шлепнуться. Так. Уф. Поздравляем, тебе удалось собрать все знаки монстров на этом уровне, и мы награждаем тебя серебряной медалью. Да, спасибо. И появился у нас с вами там робот, которого нужно тоже напугать, чтобы заработать золото. Так, надеюсь, он не будет сейчас от меня убегать. Ой! В воду бы только не шлепнуться. Нет, отлично. Так, квадратик. Буга-буга-буга-буга-буга. Да-да-да-да-да-да. Поздравляем, тебе удалось напугать всех клонов, и мы даем тебе золотую медальку. Спасибо, вот теперь сохранимся. Супер. Многие, скажем, даже поведенческие какие-то модели у меня или слова до сих пор фигурируют в жизни, взятые из игр, например, там, про Гарри Поттера, да, уровень шахматной доской, как там смеется королева, когда разбивают пешку, там, хо-хо-хо-хо-хо. И здесь я также когда пытаюсь изобразить там пугание или еще что-нибудь, говорю, бука-бука-бука-бука. Некоторые люди, кто не играл в эту игру, наверное, не понимают, что со мной происходит, и думают, что я не в себе. Итак, последняя осталась у нас с вами локация. Без серебряной и золотой медальки. Давайте их завоюем.
Так, отлично. Угу. Супер. Пугаем. Квадратик. Кружочек. Треугольничек. И крестик. Да. Отлично. Прям поставили преграду, да? Так. 9 из 10, а где еще? Отлично. Так, тут ничего нет. А где еще-то у нас? Где-то я пропустила что-то, да? Здесь, может быть, где-то. Ну-ка, попрыгаем на батуте. Нет, здесь я просто на крышу могу запрыгнуть. Это я помню. Жизнь у нас висит. Что очень плохо помню. Что у нас здесь с вами где было? Где-то такое ощущение, как будто я где-то что-то... Да. Как будто я где-то что-то пропустила. Ну-ка, пройдемся. Где-то здесь что-то наверху? Нет, здесь я точно все взяла. Эти ящики тоже все разбила. Так, тут чисто баночки были. Внизу трамплинов не было. Нет, здесь точно не было трамплинов. И здесь не было трамплинов. Здесь были только две красные баночки, одна монетка и человечек. Поэтому здесь нам делать точно нечего. Где-то я что-то все-таки пропустила. А где? Может быть, не все ящики разбила? Смотрите. Одного ребенка еще мне нужно напугать. И одну монетку где-то подобрать. А где? Непонятно пока. Так, ну давайте будем все внимательно рассматривать везде. Так, там две баночки. Тут наверх мы подняться не можем. Нет. Точно не можем. Как будто какой-то ящик где-то не разбил или что-то еще не сделала. Hey! А вот здесь вот я была наверху, вот здесь вот. Нет, конечно. Поздравляем, тебе удалось собрать все знаки монстров на этом уровне. Мы награждаем тебя серебряной медалью. Сейчас обратно, по-моему, в канализацию, да, пойдем? Да. Вот не пропустила бы эту монетку, не пришлось бы обратно в канализацию тащиться. Вот так делаем крюк. Ладно, мы же все это быстро, котятки. И потом, хорошей игрой можно наслаждаться вечно. Ba-d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 a-
Вот так вот, котятки, будьте внимательны при прохождении игры «Корпорация монстров» на PlayStation 1. Поздравляем, тебе удалось напугать всех клонов на этом уровне, и мы награждаем тебя золотой медалью. Ну, теперь уж точно сохранюсь. Супер, котятки. Все, можно двигаться на выход. А что будет твориться в локации пустыня? Она же Египет. О, котятки, это просто словами не описать. Это нужно именно видеть. Там все будет очень сложно, там будет запутано, там нужно что-то нажимать, что-то постоянно активировать, там... Трешак еще тот. Ауч! Угу. Взяла пакетик с чем-то вкусненьким и тут же потратила эту жизнь. Отлично. Ладно, здесь наверху есть... На выход! Ну что, могу я вам сказать? Все медали собраны у нас в локации город, и в парке, и в центре, и на рынке, и в порту. Следующая локация, которую мы с вами будем проходить... Это у нас с вами пустыня, она же Египет. Вот эту локацию нам с вами предстоит проходить. Сфинкс, оазис, пирамида и гробница. Но все это мы будем делать в наших следующих видео, мои дорогие котятки. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропускать видео, когда они выходят на моем канале. Также ставьте лайки и пишите комментарии. Мне будет очень приятно. И я обязательно вам отвечу. А на данный момент я с вами прощаюсь. До новых встреч. Смотрите только полезные и качественные видео. Всем пока-пока. Всем мяу!